Лиля, что ты делаешь? А я готовлюсь к конкурсу. Конкурс? А какой? Ну, конкурс. Хэштег Корея. А, ты имеешь в виду 4-й по счету конкурс корейского языка? Да, в этом году, 13 июня, будет отборочный тур. Нужно записать видео на корейском языке на любую тему, все, что связано с Кореей. Тема будет «Корея в моей повседневной жизни». Победителям что-то дают? А победитель конкурса получит возможность поехать в Корею! Круто! Ты не можешь участвовать? Но ты же в Корее живешь. Внимание! В конкурсе могут участвовать только иностранцы, живущие за границей Кореи. А наши слушатели, конечно, могут участвовать в этом конкурсе, так что мы ждем вашего участия. Приходите! Я тоже хочу! Больно! Так что принимайте участие! О подробностях вы можете узнать на выше указанной ссылке. Принимайте участие! Пока-пока!